Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить колду, Modern Warfare, первую часть. Игра очень интересная, проработана до мелочей, конечно, да, но, блядь, смотря с какой стороны посмотреть, знаете, потому что ибо ты, блядь, иногда такие прям реально прям, ну, не очень... И иногда что-то где-то не так, но в любом случае, в финале игры, когда мы пройдем ее полностью, я оставлю свой отзыв об этой игре 100% и скажу свои впечатления. Вот, а сейчас мы с вами остановились где? Правильно, мы поиграли за капитана Прайса, когда он был еще не капитаном, вот, а как, наверное, мы, блядь, каким-нибудь, не знаю, каким-нибудь сержантом, хер знает. Вот, рядовым, может быть. Вот, и это прикольно. Там показывали сцену, где они с капитаном каким-то там на М, я не помню, как его зовут. Вот. Они, как сказать, охотились на того чела, которого мы... Ну, не охотились, а искали того чела, которого... Сейчас ищем вот этого лысого, помните, которого вот в первой части, кто не смотрел, вот подсказка выскочила в правом верхнем углу, наверное, или в левом. Вот, там на первую часть, на первую серию ссылка, вот, и там как раз-таки мы видели этого лысого челика, который такой себе, да, которого я осуждаю. Но в любом случае мы сейчас его ищем, и я не знаю, финал этой игры, не финал. Если это финал, то, ну, прикольно, если нет, то еще много серий будет по этой игре. Поэтому сажусь поудобнее, приятно пить, кто кушает, приятно чаепитие, вообще питья, кто пьет. Вот, усаживайтесь поудобнее. Пледик обязательно, потому что это у нас такая традиция. Хорошего настроения, если его нету, то он сейчас появится, наверное. Вот, и приятного просмотра, мы начинаем. Противник окружил главную зону посадки. Отправляйтесь к вторичной зоне посадки к югу от моста. Количество вражеских сил огромно. Какая жара, а? Комнатные температуры? Ради бога. Пиво должно быть ледяным. Может, лагера? Или стакан воды, как ты любишь? Или кружку стаута? Придется мне вам обоим преподать урок, как только вернемся в Штаты. В любом случае, сначала остановимся в Лондоне. За мой счет. Что ж, по крайней мере, конец света не наступил. Уходим отсюда. Угу. Вот, мы с вами здесь. Игра окончена. Да ну не, если это финал, то это не такое, да. А, это вражеская все. Перелезай быстрее! Блять, пизда, конечно. Ля, ты что, дурак? А я могу от этого, блядь? Нет, не могу. Бля, так неудобно, пиздец. Это было жестко. Огонь по грузовику! По грузовику огонь! Ебать, тут смотри, что творится. Я в шоке. Да ладно, не попал, что ли? Да ладно, не могу попасть, прикинь. Да я не могу попасть, что?
А, это свои, блядь, извиняюсь. Давай, давай, беги, мужик! Бля, все, у меня контузило, да? Нет, все. А, да. Бля, вот это жестко, конечно. Поехали. Ребятки, погнали. Бля, это жестко, ребят. Это финал, если это забейте, блядь. Что нахуй? Ну окей, я понял. Пошли, 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 пошли. Не теряйте надежды. Конец связи. Никчемный придурок. Беги. Подожди. На, мужик. Группа Б, говорит сержант Комаров. Я так понимаю, вам не помешает помощь. Да 100%, мужик, блядь. Ждите, мы почти на месте. Расчетное время прибытия 3 минуты. Конец связи. Ляша, дурак делает, смотри. Ай, блядь. А, это все по сценарию, окей. Игра сохранена. Это все, все нормально по сюжету. Мужик, давай, вытаскивай меня быстрее! Пожалуйста! Бля, я ебу, смотри, все полегли. Ебаный рот. Мужик, мы должны выбраться, ты че? Не, мужик, мы должны выбраться с тобой. Это газ, да, какой-нибудь там? Бля, пизда. Нет, мужик, пожалуйста. Ебать! Да ну нахуй. Капитан Прайс, ты чего? Да ну, блядь. А, вот он этот лысый, блядь. Хуй, блядь. Я ж тебя сейчас взъебу, блядь. Я сейчас там тебя взъебу. Ёпт, нет. Ебать. Все наши полегли, ёбаные. Бан нахуй. Сосал, бля, лысый, ёпта. Ребята, напишите в комментариях, кто это был вот рядом со мной, который с пулемета стрелял. И вот в кепке, которую лысый ебашил. Кто это был? Скажи, напишите, пожалуйста. Бан нахуй. Сосал, блядь, лысый, нахуй. Давай, вставай, блядь. Ёпта. Ну, наши пролетели. Блядь, это финал? Если это финал, это жестко. Это очень жестко. Бля, капитан Прайс, это нормально? Здание выполнено. Кто вот этот чел? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И тот, который вот в кепке лежал, которого лысый застрелил. Ну, тот, который. Сейчас приближу. Ну, наверное, приблизим его монтаже. Напишите в комментариях, кто эти люди. Да, я так понимаю, это газ и кто-то еще, либо вот этот газ, либо тот газ. Комаров. Один живой. Сержант. С тобой все будет в порядке. А как Прайс? Капитан Прайс. Давай, бля, вытаскивай меня на отсюда. Уносите его отсюда.
Бля, это жестко, ребят. Российское правительство сегодня официально подтвердило, что в Центральной России проводились ядерные испытания. Несмотря на то, что лидеры других стран выразили свой протест против подобных действий, российские власти настаивают, что испытания проводятся с учетом всех требований ООН. Представители партии сепаратистов пока не комментировали данную ситуацию, но уже появились слухи о возможном начале борьбы за власть. И другие новости. Поиски корабля, пропавшего в Баренцевом море после бури, решено прекратить. Блять, мы прошли с вами эту игру. Охуеть. Бля, это жестко. Это жестко, ребят. Установить радиус сканирования. Вас понял. Это очень жестко, согласитесь. Ребят, я поздравляю нас с вами. Плюс еще одна игра у нас на канале, плюс еще одна игра в копилочке. Бля, честно, игра очень прикольная. Мне ее не хватило. Честно, мне ее не хватило. Хотелось подольше вот тут в этой вселенной задержаться, знаете, поиграть вот за спецназовца и тому подобное, да, вот это все дело. Бля, это жестко. Конец, конечно, очень такой грустненький слегка. Бля, надеюсь, капитан Прайс все нормально. И газ, и тому подобное, потому что это такое себе. Отзыв об этой игре, я, знаете, что вам скажу. Боты здесь 100% не оптимизированы никак на высокой сложности. Никак не оптимизированы, и поэтому я сделал среднюю сложность. Я уже говорил об этом в предыдущей серии. Предыдущих сериях. Ну, короче, в какой-то серии я сказал, что я буду проходить на средней сложности дальше уже допроходить, потому что, ну, боты вообще жесть, и, ну, это некомфортная игра, как по мне. Вот. Игра очень прикольная, очень классная. Классная история, мелочи реально проработаны, нам давали, видели, нам дали вот так вот поиграть, да, то есть на самолете, мы взорвали вот эту штуку, которая, знаете, антенны, да, вот это все дело, все это делали, и мне понравилось, мне игра понравилась, надеюсь, вам тоже. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что при прохождении данной игры вы все смотрели, да, и это очень важно для меня. В принципе, все. Я говорю, еще одна игра на канале пройденная, плюс еще одна игра в копилочку. Вот. Все, давайте. Спасибо вам за просмотр, ребят. Увидимся в следующих сериях по другим играм, а может быть и по второй части Modern Warfare. Кто знает, кто знает. Давайте, ребят. Приступаем, и скоро тут будет жарко. Но-но, ты ведь это не ну-ка. Серьезно? Я говорю, я специально серьезно, ждал. Не называй меня Нонной. Я специально, ребят, ждал. Потому что я-то знаю, что в конце, скорее, что-то да будет, какая-нибудь касцена. Так. Так, ну это на Modern Warfare 2, да? Отсылка. Чем спойлеры. Чего, блядь? Найти VIP. Ебать, что это? Прикиньте, в конце еще есть.
Бля, это что вообще? Ой-ой-ой, тихо-тихо. Блять, не стреляйте своих. Все. Блять, все три. Давай, мужик. Хуя! У-ху-ху. Бля, это что вообще? Ребят, вы видели? Охуеть, вот это прикольно. Вот это, вот я говорю, эта игра, это, блядь, это реально прикольно. Для тех времен, еще, реально, для тех времен, это прям, блядь, шедевр, реально. Даже до сих пор остается это шедевром, потому что, ребят, какого она, 2008 года, да, или какого-то там, 2008 вроде года эта игра, и, блядь, она как Dead Space, реально, как Dead Space первый, просто это, блядь, это, как такое можно было создать, это реально, это просто шедевр. Heart Breakers and Life Takers, thank for playing, Semper Fi. Типа, ну да, разбиваешь, значит, ребят, переводится так, Heart Breakers and Life Takers, thanks for playing, Semper Fi. Переводится это так. Разбивающие сердца и лишающие жизни. Спасибо за игру. Семпер Фай. Бля, игра очень классная. Игра очень классная. Аркадный режим. А, понял. 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 Это просто заново пройти, да? Ну, теперь точно все. Давайте.